Итак, делишки, детишки, с вами снова Виноград, и сегодня со мной... Ятруша! Привет! И как вы помните из... Стой, ты обратно иди. Какой смотрит. Так вот. Так вот. Иди сюда. Кстати, мы начали здесь ролик, потому что здесь вот так вот, короче, красиво. Так вот, чётенько. А то он смотрит как будто бы на каких-то этих, ну, сам понимаешь. Так, не-не, да не ты, обратно иди. Да что? Мы... Подожди. Мне написали эти из нашей компании, что какую-то новую секретную разработку там оставили. Пошли. Я не пойду. Да не, ну Матвей, а тут недалеко. Ну Матвей. Пару блоков буквально. Вот крипер, ладно, я с тобой. Ой, тут второй, аккуратней. Все, за мной. Я вижу координаты, все дела. Да, за мной, не трать стрелы. На! Да у меня и так 200 крипер. Ну, знаешь, все равно лучше сэкономить. Так, где-то тут должна быть новая секретная разработочка. Интересно, что это? Как ты думаешь? Но снова какой-нибудь элемент брони? Так, блин. Наверное. Надеюсь, он за нами мне не пойдет. С этой броней, мне с этой броней не нравится. Кстати, тебе эта секретная разработка нужна? Не-не-не, ты не обязательно ее одевать, на тебя просто как оберег действует. Ну, долго объяснять? У меня, так, подожди. У меня оберег, братан, у меня если, оберег это щит. Смотри, если координаты меня не подводят, то именно вот под этим блоком находится новая секретная разработка. Ну, будет второй оберег, у меня оберег это щит. Ну, смотри. Так, скорее всего, это там, судя по координатам. Ну что, вскрываем? Отдай! Отдай то, что там было. Защита 2, прочность 2, у меня защита 2. Броня негр. Ладно, я пошел. Это такие названия зачем-то делать, я не знаю зачем. Ну, пофиг. Андрей, короче. Пока. Ой, где я буду-то? А. Все, короче. Мы, друзья, забрали новую секретную разработочку, и, по-моему... Артём, мы тут. Зачем я секретную разработку-то на себя одел? Я что, дурачок? Your friends are the dumb. Все, пиши ту команду, окей. Это вот это, слэш. Да, да. Так, да. Join London. Join... Да, я присоединился к городу. Да, я присоединился к городу. Ура! Ура! Ой, давай ко мне. Тут ближе. О? Да не, я к себе. Ну ладно. У меня там батареи теплые есть. Так у меня тоже. Ну ладно. Надеюсь, там нас не затопит. Ну меня-то не затопит, ты уже это точно? Я там починил такую. Так ты покажешь мне квартирку-то мою своим подписчикам? А, ну сейчас. Так, ребят, это моя, кстати, квартирочка. Не спрашивайте, почему я тут задела, потому что тут игроки часто ползают по этим, по штучкам таким, по балкончикам, я это называю. И следи, видя, что у меня тут происходит. У меня тут всякие секретные разработочки, все дела. Так, всем наслаждайтесь. А еще, Андрей, лечь флаги на окно, повесь... Флаги. А как они делаются? А у нас шерсти нет. Блин, у меня нету шерсти почти вообще. Еще, конечно, полазю, может, что-то найду. Так, тут ничего. Подожди. Блин, что-то так... Если что, даже мне 3 шерсти? У меня нету шерсти. А, кстати, надо дыхание дракона еще одну сюда. А, наконец-то мой дом не будет поломанный. Я нашел еще одну деталь. Ой, слышишь, там на улице короче... собаки лают? Ага, ты пойди ко мне, пусть посмотрит мою квартиру.
Ага, сейчас только one second тут закрою, а то у меня тут дырка. Сейчас перекушу. Так. Правда, у меня в горшочках еще цветов нет, ну ладно. Так. А как? Господи. О, нет. Артём к тебе хочет. Понятно, братан, я чуть попозже присоединюсь. А, ну ладно, давай сейчас я ему открою. Нет. Да я такой... Давай кидай. Бам. Потом еще принесу. 11.6, а у меня раньше в сундуке было... Посмотри в чат. Ня, идти низко. Ня, аригато. Ну, погоди, бибех найду. А, погоди, бибех найду. Раз, два. Все. Пока что вот так будем закрывать. Сейчас сейчас это сделаю. Все как надо. И будет много шоколада. Эй. Ты так, слышал? Я надел. У меня звонит. Да что там за взрыв? Это объясните мне. Слушай, тут дождь грибной такой маленький. Можно побегать. А, да? Ну, я просто дожди не особо люблю. Так, окей. Я люблю под дождем особенно таким маленьким бегать очень. Так. Минус один. Так, окей, я к тебе иду. Кто? В смысле, кто? Я тут, если что, на главной парковке или что, это не знаю. Так, мы тут все тут, друзья, отодвинули. Да ничего. Так, я тут более-менее отодвинул всякие столики и так далее, и иду к тебе. Так. Я застрял. Андрей, иди в квартиру и посмотри в окно, где Биг Бен. У меня окна задели. А, вот тут можно. Что это? Как это? Это. Я стою... Это телепортатор 815. Я стою просто на воздухе. А, Матвей! Матвей, блин! Зитруша! Ты чё врёшь? Зитруша, ты чё врёшь? Ты понимаешь, как тут жесть, ливень? Ты чё соврал мне? Жесть. Мне нормально, я побегаю. У меня весь шлем, у меня всё мокрое насквозь. Ты где? Ну, ёлки-палки, а. О, красиво. Что у меня? Ой, тут эндермит. А что он там делает? Сейчас он тебя ударит. Реально. Пошёл. А, точно. Мою монетку забрали. Нет. Это я, наверное, заспал. Не ливай, кушать нужно. Тра-та-та. А давай я его сейчас ударю. Ты хочешь как с народочкой? Не, с народочкой повеселее, конечно, было. Я просто смотри, я не люблю большие проблемы. Его даже ударить нельзя. У меня три сердечка. Ну, ха-ха-ха, давай я тебя добью. А то все равно ПВП отключен. Так, ладно, что делать? Видишь? Я попытаюсь на крышу. Что чути? Где я? Понятно, мы пошли. Киберспорт, кто там? Киберспорт? Ты чё? Нет, вы, конечно, простите, но посмотрите в чат. У меня есть блоки, я сейчас буду строить. Смотри, вот такой раз, два, три. Понятно. Я к
тебе наверх туда. У меня аж слезы от смеха потекли. Я, кстати, за тобой. Ты за мной? Я уже внизу. А. Меня тэпнули. Ай. Но я хочу еще раз. А дай мне, я тоже хочу. Пожалуйста. Огонь по своим отключен. И теперь же просто эндержемчик кину. Дай мне эндержемчик. Не, у меня закончились. Я пойду новый куплю. И мне дашь? Не росла. Вам тут наложки не выбрить. Там у братику Матвея. А, мы же еще ролик записываем, точно. Гениально. А. Подожди, 15 минут уже прошло. Не. А. Только, ну, конечно, я так застрял прикольно. Прошло. Только 11 минут прошло. А, ну еще 4 минуты, блин. Нет, 3. Так можно же 15 минут снимать. Ну, я заканчиваю раньше, потому что я вот так вот точно не смогу сделать. Ладно, смотри. Понял. Смотри, короче, в чем подвох этой системы? То, что у меня... А. Так, пошли за мной. Пошли. Я сейчас так испугался, когда я застрял. Сейчас смотри. Сейчас просто посмотри в чат. Посмотрю. Сейчас смотри, что я буду писать. И что он будет писать. Короче, так, сейчас ему начинаю писать. Я жду. Так, это новая секретная разработка. Это новая секретная разработочка. И она у нас находится вот здесь. Вот она. Вот. Я без понятия, почему называется броня лимончика, это секретная разработка. Ну, ладно. Андрей! А мою квартиру показать мы так и не показали. Солидно. Понятно. Андрей! Короче, отправляю запрос, быстро квартиру мою покажем. Ну, точно. Время-то уже заканчивается, нам нужно еще квартирку показать. Я знаю, что сделаю. Я оставлю тут этого Артема, прикинь. Да. Ну, Андрей, давай быстрее, у меня тут прошли. А. Ты прикинь? Там Артем у меня в квартире застрял. Видишь, Ник? Ой. Не повезло. Ну, покажи ему ее квартирку пока что. Вот, короче, друзья. Это квартира Лопуха Лопушевского. Тут у него наковальня. Тут у него Лопушевская лопуха. Тут у него стаканчики для питья. Тут у него всякие непонятные штуки, брюки. Тут у него столик, чтобы смотреть на стенку. А тут у него прекрасные калитки. Все. Это как бы бочки стоят на этом. Ладно, друзья, на этом я буду заканчивать наш ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. С вами был я, Андрей, а также... Витруфа. Всем покулики! Пока-пока! И вместе до... Свидулики! Давайте всем пока! А я пошел мочить Зитрушу.